Тем временем в Березниках продолжают сносить дома. Накануне в список попал 115-й дом по улице Пятилетки. Согласно постановлению администрации города Березники от 27 ноября 2013 года, на основании заключения межведомственной комиссии этот дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Уже все коммунальные ресурсы – газ, вода, электричество – отключили. Ну а уже в эти выходные приступили к сносу дома. В целом, с начала года в Березниках снесено 9 аварийных домов. 7 из них демонтированы в рамках реализации региональных программ и нацпроекта «Жилье и городская среда». Еще 7 домов в рамках этих же программ снесут до конца 2021 года. Также 14 многоквартирных домов на территории города Березники признаны аварийными по результатам обследования специализированной организации и решению межведомственной комиссии от 31 марта 2021 года.